26 мая в Северском районе стартовал основной период сдачи единых государственных экзаменов. Экзаменационная кампания продлится до 1 июля. Первыми предметами для сдачи стали география, литература и химия. Сегодня работал один пункт проведения ЕГЭ на базе Северской средней школы номер 45. За ходом госэкзамена традиционно следили общественные наблюдатели. С собой у ребят только паспорт, ручка, бутылка с водой, можно словарь и калькулятор. Выпускники усердно трудились многие годы, но некоторые из них решили все же не полагаться лишь на свой багаж знаний и подстраховаться. На этапе проверки металлодетектором частенько звенела обувь. Пятак под пятку – одна из самых популярных примет перед любым экзаменом. Однако, по уверениям организаторов, каждый из сдающих единый государственный экзамен сегодня в состоянии сделать это более чем успешно, без каких-либо суеверий. Дорогие ребята, сегодня вы сдаете первый экзамен в форме ЕГЭ. Хочется пожелать вам, чтобы вы со всеми заданиями справились успешно. Вы все знаете, у вас все получится. Желаем вам успехов. Всего в этот день зарегистрировалось 65 человек. Большая часть из них сдавали химию, 40 выпускников, 11 – географию и 14 – литературу. 29 мая будут сдавать обязательный учебный предмет – русский язык. Для проведения экзамена откроют три пункта. Математика пройдет 1 июня.